мячу. Да, сыграл Фонтанельо. Наверное, мог забрать мяч в руки Живнов. Ох, опасный мяч в воротах. 1-0. Как все стремительно было разыграно Мордовией и Тома Фибель. Огроменный центральный защитник не просто так пришел к чужим воротам на этот стандарт. Тома Фибель. Первый гол в этом сезоне. Первый гол за Мордовию и всего лишь второй за время выступлений в России. Вот так проскочили сначала первые два футболиста, встретившиеся с мячом. Потом, по-моему, было легкое касание. Корректировка полета мяча, с которым тут же совладал Тома Фибель. 1-0 в середине первого тайма. Мордовия повела в счете. Вот это поворот. Вот это сюжет.